Привет, друзья! Мы рады приветствовать вас на церемонии закрытия юбилейной 70-й открытой международной студенческой научной конференции СНК-2020 в рамках 155-летия Московского политеха. Да-да, вы не ослышались, в этом году университет празднует свой день рождения уже в 155-й раз, а свою историю он ведет с ремесленной школы, созданной в далеком 1865 году. Сегодня мы с вами узнаем не только имена победителей и призеров, но и познакомимся с процессом подготовки и проведения самой конференции. Немного статистики. Конференция включала в себя 66 закрытых и 23 открытых секции. На участие в закрытых секциях было подано 1434 работы. Для участия в открытых секциях было заявлено 469 работ. В них приняло участие примерно в два раза больше молодых ученых, чем в прошлом году. Среди них студенты из рекордного количества вузов по сравнению со всеми годами проведения конференции. Их ровно 70. Внимательный зритель уже провел аналогию: 70-я конференция и 70 вузов-участников. Итого, общее количество представленных работ во всех секциях составило более 1900. В этом году СНК поддержали более 60 индустриальных компаний-партнеров. Среди них такие известные, как Headhunter, Superjob, Курчатовский институт, LG Electronics, Агентство инноваций Москвы, Автотор Холдинг, издательство «Просвещение», группа ГАЗ, Газпром Трансгаз Москва, ВГУП НАМИ, МОЭК, МОСЭНЕРГО, а также Технопарк Калибр, Техноград ВДНХ и многие другие. Число спонсоров конференции увеличилось в два раза по сравнению с предыдущим годом. Сегодняшние победители и призеры получат дипломы, памятные подарки, бонусные баллы при поступлении в магистратуру и аспирантуру Московского политеха, а также возможность начать профессиональную карьеру в науке, пройти оплачиваемую стажировку и найти престижную работу. Для торжественного открытия нашей конференции я предоставляю слово ректору Московского политехнического университета Владимиру Владимировичу Миклушевскому. Дорогие друзья, спасибо вам за активное участие в открытой международной студенческой научной конференции. Вы еще очень молоды, но уже сделали свои первые шаги в науке. И мы рады, что вы сделали их у нас, в Московском политехе. В этом году конференция впервые прошла в онлайн-формате, и вас, ее участников, стало еще больше. 70 вузов России и зарубежья, студенческие работы из Финляндии, Болгарии, Германии, Чехии, других стран. Престиж нашей конференции повышается с каждым годом. Как повышается с каждым годом и число действительно достойных, конкурирующих между собой работ. Все эти дни вы искали ответы на самые актуальные вопросы в области нанотехнологий, решали современные задачи градостроительства, обсуждали инновационные подходы развития экономики 21 века, технологии обеспечения безопасности в условиях цифровой трансформации и многие другие важные темы. Каждая из ваших работ, без всякого преувеличения, может лечь в основу тех изменений, которые произойдут в мире в самое ближайшее время. Именно вы сегодня создаете фундамент этих изменений, предлагаете нестандартные и эффективные ответы на вызовы современности. Конечно, слова особой благодарности в адрес ваших преподавателей и наставников, ведь ваши победы стали возможны благодаря их труду. Спасибо, коллеги, за то, что смогли увлечь студентов, зажечь в них стремление к новым знаниям, научили свободно мыслить и помогаете идти вперед. Пусть для каждого участника эта студенческая научная конференция станет трамплином в большую научную жизнь. Успехов вам! Спасибо, Владимир Владимирович. Сейчас в нашей студии находятся основные организаторы конференции. Это проректор по учебной работе Гизель Харясовна Шеребзянова. Здравствуйте. И декан факультета базовых компетенций Юрий Алексеевич Моргунов. Здравствуйте. Большое спасибо, что, несмотря на период самоизоляции, вам удалось приехать в эту студию, а самое главное — провести такую масштабную и грандиозную конференцию на столь высоком уровне. Мы сегодня с вами дистанцированы, находимся не менее чем в полутора метрах друг от друга, но я безумно рад вас видеть и, надеюсь, наши зрители тоже рады видеть вас. Гизель Харясовна, первый вопрос к вам. Какие основные причины или мотивация для студентов участия в подобных конференциях?
Для студентов это прежде всего пробы пера. Студенты впервые пробуют участвовать в студенческой научной конференции и таким образом получают большой задел на будущее. Они учатся представлять свои доклады, представлять свой научный задел. И тем самым получают большой опыт и самое главное, что формируют свое будущее портфолио. Гюзель Харясовна, а могли бы вы привести какие-то положительные примеры раннего участия в предыдущих конференциях у студентов? Конечно же. Наши студенты, формируя свое портфолио участием в студенческих научных конференциях, добиваясь хороших результатов в научных областях, тем самым могут использовать эти достижения при поступлении в магистратуру и аспирантуру Московского политеха. А также они впервые встречаются на этих площадках со своими индустриальными партнерами и со своими будущими работодателями. Потому что в Московском политехе индустриальные партнеры принимают непосредственное участие всегда в студенческих научных конференциях. И здесь ребята могут открыть свои способности перед своими работодателями. А работодатель, соответственно, может найти своего будущего работника. А самое главное, что многие наши работодатели, на сегодняшний день принимающие участие в жюри студенческой научной конференции, когда-то принимали участие как участники и становились победителями таких же студенческих научных конференций. Сплошные плюсы для студентов. Юрий Алексеевич, вопрос к вам. Что конкретного положительного в участии студентов в подобных конференциях для факультета? То есть какое влияние это оказывает? Я хотел бы обратить ваше внимание, что этот вопрос подразумевает две стороны медали. С одной стороны, если говорить о факультетах, то конференция является неким смотром результатов работы преподавателей кафедр факультета, их работа со студентами. Эти конференции позволяют выявить все недостатки, которые имеют место в работе со студентами. И, наконец, эти конференции, или СНК, как мы их называем, они позволяют активизировать работу на факультете в целом. Если говорить о студентах, то у студентов есть возможность, может быть, впервые в жизни принять участие в научной работе, каких-то научных исследованиях. У них есть возможность развить и реализовать свой творческий научный потенциал. И, как отмечала Юлия Харясовна, абсолютно справедливо, встречаясь на конференции с индустриальными партнерами, у них есть возможность заявить о себе и, в принципе, решить проблему своего будущего трудоустройства. Юрий Алексеевич, а чем вызвано столь значительное расширение географии проведения конференции? Другие города, другие страны. У вас везде есть свои знакомые друзья-деканы? Есть знакомые друзья-деканы, но причина, я считаю, не только в этом. Дело в том, что в подготовительный период оргкомитетом была проделана колоссальная работа, качественная работа. Вот, это дало свои плоды. Кроме того, COVID-19 вынудил нас проводить конференцию в онлайн-режиме, а это, в свою очередь, способствовало тому, что студенты из вузов отдаленных регионов смогли принять в ней участие. Это касается и студентов из университетов ближнего и дальнего зарубежья. География у нас действительно большая. География простирается от Астрахани, Волгограда, Забайкалья, Сибири, Урала, Казани. Ну и заканчиваю Москвой. Также хочется сказать, что в этом году приняли большое количество участников, было из наших филиалов. Филиалы Рязани, Чебоксары, Коломны. Ребята из этих филиалов, филиалы это Московского политеха, приняли действительно участие и проявили огромный интерес к проведению студенческой научной конференции в этом году. А что же делать студентам, работы которых были отклонены для участия в открытых секциях конференции? Всем ребятам и всем студентам, всем участникам студенческой научной конференции я, конечно же, советую не опускать руки,
а просто доработать свои работы и, конечно же, принимать участие в дальнейшем в студенческой научной конференции, которая на следующий год обязательно будет проводиться Московским политехом, и других активностях научных, которые проводятся и в Московском политехе в том числе. Что хочется добавить, что ребята, чтобы ребята обращали внимание на заполнение форм при подаче заявок. Плюс ко всему, студенты должны также обращать внимание на тематику секций. Иногда подают работы в секцию по заявленной тематике, однако сама работа не соответствует этой тематике. Гюзель Харясовна, повлиял ли каким-то образом коронавирус, это страшное слово, на ход подготовки к конференции и ее проведение? Мы начали подготовку к конференции еще в сентябре месяце. У нас шло действительно все по плану, и сегодня мы должны были на сцене с красивыми участниками студенческой научной конференции вместе рассказывать о том, как мы провели эту конференцию. Однако сегодня, да, коронавирус сбил действительно планы очень многим, но при этом у нас появились интересные возможности. А это возможности участия ребят из других стран, из других регионов. И те студенты, которые приняли сегодня участие, они поняли, что никакой коронавирус нам не помеха, и мы точно сможем провести любую конференцию. Если уж мы провели конференцию такого масштаба, как студенческую научную конференцию Московского политеха, юбилейную, мы сможем провести в онлайн-формате. И у нас есть для этого все возможные средства. Вы прям сняли с языка такую фразу, девиз политеха: коронавирус не помеха. Юрий Алексеевич, следующий вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, а как проходила процедура формирования открытых секций конференции? Есть такое понятие, как регламент проведения открытых секций. И при формировании открытых секций мы строго придерживались его положений. В соответствии с регламентом в состав открытых секций могли войти только подчеркиваю, победители закрытых секций Московского политеха, я имею в виду головной вуз, и победители закрытых секций его филиалов. В открытых секциях, помимо победителей от Мосполитеха, могли принять участие все желающие студенты вузов любых регионов. Вот. Но обязательное соотношение студентов Московского политеха и студентов других вузов должно быть не менее 50 на 50. Очень интересно. Гюзель Харясовна, вопрос к вам. А как дистанционно можно было обеспечивать объективность работы жюри? Каруселей или вбросов не было дистанционно? Нет, конечно. Такого не было, потому что, во-первых, у нас жюри состоит из 5 членов. И только один человек в жюри является работником Московского политеха. Все остальные – это наши индустриальные партнеры, а также научные деятели по заявленной тематике секций. И таким образом сделано было все для того, чтобы в онлайн-формате было подключение абсолютно всех членов жюри одновременно, и все заслушивали доклады открытых секций. И решение выносилось, естественно, объективно всеми членами жюри. Я мог бы дополнить этот вопрос. Мы сейчас очень внимательно будем слушать ваше дополнение. Я хотел бы пояснить вот сам принцип формирования оценки. Дело в том, что члены жюри заблаговременно получали формы экспертов. Они дистанционно оценивали доклады участников, поставляли свои баллы, потом эти данные попадали к секретарю секции, председателю, и определялось среднее значение баллов, и человек, который набрал максимальное количество баллов, становился победителем секции. Гюзель Харясовна, поступают сейчас многочисленные вопросы, каким образом можно будет забрать эти великолепные призы и подарки в этот сложный период дистанцирования?
Во-первых, хочу сказать огромное спасибо всем нашим индустриальным партнерам, которые принимали участие в студенческой научной конференции. И все подарки от наших партнеров, а также от Московского политеха, студенты смогут забрать после окончания режима самоизоляции. Информация о том, где это можно будет сделать, у нас будет на сайте университета. Все же студенты, которые принимали участие в нашей конференции, те, которые находятся в других городах или в других регионах, они смогут получить эти подарки по почте. После церемонии награждения сегодня мы обязательно это все вышлем. Замечательно, значит, все подарки найдут своих героев. Алексеевич, вопрос к вам. Тоже поступает волнение на предмет того, будет ли издаваться сборник научных трудов по итогам конференции. Вы знаете, мне звонили и студенты, и их научные руководители, примерно задавали такой же вопрос. Хочу всех успокоить. Коронавирус наши планы не нарушил. Как мы обещали, что не позднее 1 августа сборник будет издан, он будет зарегистрирован в электронной библиотеке e-library. Замечательно, хорошие новости. Что ж, большое спасибо за раскрытие всех тайн и секретов процедуры подготовки и проведения конференции. Участвуйте как можно в большем количестве научных мероприятий и добивайтесь успеха. Спасибо, друзья. Спасибо большое. Ну что ж, а теперь самое время огласить призеров и победителей секций конференции. Первая секция – The Latest Achievements in Science and Technology. Ключевой партнер секции FM Logistic. Обладатель третьего места становится Мария Клапова. Второе место – Иван Красильников. И первое место занял Илья Савицкий. Следующая секция – автоматизация производства и робототехнические комплексы. Ключевые партнеры секции – LG Electronics, консорциум Codex, Schuller Pressing Gamburg, BICO, российское производственное объединение Albes, энерготехнологии и RoboWizard. Третье место занял Антон Ковалев. Второе место – Александр Шварц, Николай Косарев и Иван Борисов. Первое место – Сергей Дяченко, Евгений Неретин и Дмитрий Ильишенко. Здравствуйте! Компания SuperJob, портал по поиску высокооплачиваемой работы, приветствует всех участников конференции СНК-2020. Хотелось бы поздравить победителей конференции, пожелать вам успехов в научной деятельности, ведь наука не теряет свою актуальность вне зависимости от времени и обстоятельств. Желаем вам удачи на этом поприще. От себя хотелось бы сообщить вам о том, что на портале SuperJob вы можете найти себе работу, как у нас в стране, так и за рубежом. Также у нас на портале SuperJob существует всероссийская база стажировок, поэтому если вам не хватает практического опыта, вы можете компенсировать его, пройдя стажировки в тех или иных компаниях, которые представлены у нас. Отдельно хотелось бы сказать, что те ребята, которые заинтересованы в развитии своем в IT-технологии, мы ждем у себя в компании. Просматривайте те вакансии, которые у нас размещены на сайте, смотрите, какие у нас есть стажировки, и приходите к нам работать. Отдельно хотелось бы сказать, что компания SuperJob уже на протяжении 5 лет проводит профориентационную работу среди университетов, колледжей и школ нашей страны, помогая ребятам правильно определиться с профессиональной деятельностью и все-таки заняться тем делом, которым они предрасположены и который будет им предоставлять как материальный достаток, так и удовольствие. Спасибо большое за внимание, желаем вам всяческих успехов. Ищите работу на SuperJob. Следующая секция – актуальные проблемы гуманитарного знания. Ключевые партнеры – Международный центр образования и туризма «Спутник», SuperJob, Департамент труда и социальной защиты «Моя карьера». Третье место – Александр Сидоренков. Второе место – Анастасия Косинцева. И, наконец, первое место – Анна Бельчевичина. Секция «Актуальные проблемы транспортно-технологических средств». Ключевые партнеры «Матюль», «Хелла»,
BMW Group Россия, компания Elpan, инжиниринговый научно-образовательный центр Smart, Автотор Холдинг Менеджмент, магазин иностранных автозапчастей Big 1 и компания Airline. Третье место – Ольга Склемина. Второе место – Евгений Васильев, Илья Медведев, Дмитрий Маркелов. И, наконец, первое место – Павел Щербаев и Эмилия Федорова. Дорогие друзья, я Павел Клюкин, руководитель и основатель инжинирингового центра Smart. Я поздравляю всех участников и особенно победителей международной студенческой конференции. А она, между прочим, юбилейная в этом году. Научные исследования и разработки всегда дают развитие как производству, так и бизнесу. Наш центр является партнером Московского политеха, а я его выпускник. Долгое время являлся преподавателем, являюсь кандидатом наук, доцентом. Наш центр занимается инженерными разработками, мы создаем учебные лаборатории, обучаем специалистов для авторемонта, проводим практику и дальше их трудоустраиваем. Мы приглашаем вас на наши стажировки. Всем удачи и до встречи! Секция «Вопросы энергетики и развития городской среды». Ключевые партнеры. ПАО «МОЭК», «МОЭК Проект», «МОСЭНЭРГО», «ПИК-С», «ВГУП НАМИ», «Газпром Трансгаз Москва», «АРИ Арматурен РУС», «Промэксперт Групп», «МП Энергия» и «Автоэлектроники». Третье место. Самандар Эшматов. Второе место. Ярослава Погудаева, Лидия Михайлова. Первое место – Владимир Свистунов. Секция «Издательское дело и СМИ». Ключевой партнер секции издательства просвещения. Третье место – Артем Распопов. Второе место – Антон Соколов. Первое место – Полина Яковенко. Секция «Искусство книги и графический дизайн». Ключевые партнеры издательства просвещения и группа компаний ПИК. Третье место – Мария Медведева. Второе место – Ирина Рыбина. Первое место – Варвара Шипулина. Добрый день, уважаемые участники и победители юбилейной студенческой научной конференции. От лица консорциума «Кодекс» и информационной сети «Техэксперт» поздравляю вас с успешной презентацией своих проектов на тематических секциях конференции. Я присутствовала только на одном из таких заседаний, но уверена, что остальные участники также отлично выступили. Было много интересных докладов на разнообразные актуальные темы, а результаты научных исследований имели практическую ценность. «Техэксперт» является давним партнером Московского политехнического университета и предоставляет информационную поддержку студентам. Нашей профессиональной справочной системой для специалистов машиностроительного комплекса установлены в ВУЗе и обеспечивают доступ к актуальной нормативно-технической документации, а также экспертным материалам. На портале vus.codex.ru вы сможете познакомиться с системами «Техэксперт», а также приобрести полезные навыки по автоматизации работы с документами, которые пригодятся вам в учебе, а в дальнейшем в профессиональной деятельности. Желаю вам новых свершений, научных открытий и возможностей для реализации своего потенциала. Секция «Коммуникации и медиабизнес в инновационной экономике 21 века». Ключевые партнеры – Риа Максим, Суперджоп, Хедхантер. Третье место – Татьяна Лебедева. Второе место – Екатерина Ермакова. Первое место – Анастасия Сацкова и Анна Ильина. Секция «Металлургия и материаловедение новых материалов». Ключевые партнеры – Консорциум «Кодекс», Рено Россия, Энерготехнологии. Третье место – Аманкильды Ахметов и Шингиз Байбеков. Второе место – Сергей Фаизов и Вячеслав Лезин. Первое место – Лев Глебов. Секция «Механика машин, моделирование и конструирование в технике». Ключевые партнеры – ЦНИИМАШ, группа ГАЗ, LG Electronics, Автотор Холдинг Менеджмент, Объединенная двигателестроительная корпорация и ООО «Механика». Третье место – Валентин Иванов. Второе место – Александр Киютин. Первое место – Азамат Каскинбаев, Артем Никифоров и Александр Балычев. Уважаемые студенты, меня зовут Катречка Анна. Я представляю дирекцию по персоналу Лекинского автобусного завода. Хочется поздравить всех участников и победителей юбилейной, открытой,
международной студенческой конференции. Мы понимаем важность проведения таких мероприятий, которые позволяют обмениваться опытом, а также имеют большое практическое значение. Именно научные исследования и открытия позволяют производствам внедрять новые технологии и двигаться вперед. Ликинский автобусный завод является давним партнером Московского политеха. Мы приглашаем вас к нам для прохождения практик и стажировок. Также предлагаем рассмотреть наши открытые вакансии. И будем рады, если вы станете частью нашей команды. Секция «Передовые производственные технологии машиностроения». Партнеры: Schuler Pressen Гамбург, LG Electronics, консорциум Codex, Автотор Холдинг Менеджмент и ООО «Энерготехнология». Третье место – Илья Кананыхин. Второе место – Михаил Селенский. Первое место – Ирина Толстова. Секция «Принт-медиа и информационная технология». Ключевые партнеры: Альфа Дизайн, Суперджоб, LG Electronics, издательство «Известия», технопарк «Калибр». Третье место – Юлия Тащикова. Второе место – Мария Кондратова. Первое место – Ольга Лазарева. Уважаемые студенты, ООО «Газпром Трансгаз Москва» рада приветствовать всех участников конференции СНК-2020 в рамках 155-летия Московского политехнического университета. Мы поздравляем всех участников и победителей научно-технической конференции. Роль науки в современном обществе неоспорима. Она влияет на все сферы деятельности людей. А благодаря вашим научным работам стране обеспечен стабильный технический прогресс. Друзья, «Газпром Трансгаз Москва» рада предложить вам стать частью команды, где вы сможете реализовать свой потенциал. Всем спасибо за внимание. Удачи! Секция «Инновационные подходы развития экономики в 21 веке». Ключевые партнеры: Институт проблем рынка Российской академии наук, Chain Challenge. Третье место – Дарья Кузнецова. Второе место – Марина Крылова. Первое место – Ильян Янков. Секция «Техническое регулирование и управление качеством». Ключевые партнеры: Российская система качества, LG Electronics, консорциум «Техэксперт», Автотор Холдинг Менеджмент, агентство инноваций Москвы. Третье место – Сухрабек Тагаев. Второе место – Елизавета Пак. Первое место – Александр Мягков. Добрый день, дорогие мои. Вот в такое непростое время мы с вами встретились. Время удаленной работы. Время, которое требует от нас развития новых навыков. Навык ответственности, когда я сам решаю, какие задачи я сегодня делаю. Навык стратегического планирования, потому что, находясь в неизвестности, мне нужно понять, какие решения нужно принять, в какую сторону нужно повернуться, с какими клиентами нам нужно работать. Навык, когда нам нужно очень четко уметь сонастраиваться с ситуацией, с людьми, сонастраиваться со временем, который бросает нам вызовы. Время, когда эмоциональный интеллект нам в помощь. Видите, это все стало реальностью. Новые технологии, новые решения, когда старые методы уже вряд ли будут работать. Это очень интересное время. Это вызов. Вызов для всех. Для работодателей, для учреждений, которые готовят вас как молодых специалистов. Секция «Техника низких температур и нанотехнология». Ключевые партнеры: НПО «Гелиймаш», LG Electronics. Третье место – Ася Авзал. Второе место – Вадим Силаев. Первое место – Алексей Корякин. Секция «Физико-математические науки и их приложения». Ключевой партнер – Курчатовский институт. Третье место – Эльвира Хасанова. Второе место – Артем Прозоров, Татьяна Кракунова, Полина Берникова. Первое место – Ольга Чудякина. Здравствуйте, меня зовут Ирина Светицкая, я руководитель молодежного направления eChange.ru. Мы лидеры рынка рекрутмента, постоянно отслеживаем различные тренды.
и являемся, конечно же, экспертами, в том числе и по резюме. И я, занимаюсь молодежным направлением, отчетливо вижу, как влияет на резюме и на будущее построение карьеры участие в различных конкурсах у студентов. Мы давние партнеры с Московским политехом. Я рада, что, несмотря на нынешнюю ситуацию самоизоляции, продолжается активная работа со студентами, особенно в научной сфере. Я вас призываю участвовать как можно в большем количестве проектов и, конечно же, получать огромное количество пользы, несмотря на удаленный тип проведения сейчас мероприятий. Это действительно важно. Участвуйте сейчас, обязательно примите участие в следующий раз, когда следующую конференцию будет Московский политех организовывать. И действительно важно. И обязательно отмечайте и это в своем резюме, в дополнительной информации, в информации о себе. И рассказывайте о своих успехах и достижениях. Секция «Физическая культура и спорт в сфере профессионального образования». Ключевой партнер – Российский государственный университет нефти и газа, Национальный исследовательский университет имени Губкина. Третье место – Надежда Ладыгина. Второе место – Ульяна Рябинина. Первое место – Полина Воронова. Секция «Химическая и биологическая техника». Ключевые партнеры – ЦНИИ «Чермет» имени Бардина и «Еврочемгрупп АГ». Третье место – Марк Потапов. Второе место – Анастасия Алаева. Первое место – Ирина Бокова. Добрый день, уважаемые участники конкурса. Меня зовут Дыскин Алексей. Я руководитель производственного управления Московской объединенной энергетической компании. Наша компания – крупнейшая теплоснабжающая компания в мире. Мы обслуживаем более 16 тысяч километров сетей, 24 насосно-перекачивающие станции, более 22 тысяч тепловых пунктов присоединены к нашей системе. Около 200 источников тепловой энергии, таких как тепловые электрические станции, высокоэффективные котельные, обеспечивают тепловой энергией нашу систему централизованного теплоснабжения. Наша компания обеспечивает более 90% потребителей столицы теплом и горячей водой. Но несмотря на то, что мы высокоэффективная компания и используем современное оборудование, как говорится, нет предела совершенству. Мы в компании разрабатываем и реализовываем программы повышения эффективности, программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Для успешной реализации всех этих программ нам нужны высококлассные специалисты с базовым профильным техническим образованием. Мы будем рады всех вас видеть на работе в нашей компании. Об актуальных вакансиях вы можете узнать в Управлении по работе с персоналом ПАО «МАЭК». Спасибо за внимание. Всем удачи! Секция «Проблемы и перспективы развития современного общества». Ключевой партнер – HeadHunter. Третье место – Игорь Агапов. Второе место – Полина Котова. Первое место – Илья Орлов. Секция «Перспективные информационные технологии и цифровая экономика». Ключевые партнеры – Wildberries, Mail.ru Group, Superjob, Техноград ВДНХ. Третье место – Юлия Василихина. Второе место – Никита Федотов. Первое место – Даниил Алдохин. Дорогие участники 70-й юбилейной международной студенческой научной конференции, компания «Хелла» вот уже более века производит инновационные решения для автомобилестроения в области светотехники, электрики и электроники. 35 стран, 39 тысяч сотрудников – из них 8 тысяч инженеров, которые создают новое автомобильное будущее. В это непростое время мы решили поддержать студенческую научную конференцию, так как каждая ваша идея является важной и необходимой на данный момент. Мы желаем вам успехов, и кто его знает, возможно, именно завтра с кем-то из вас мы будем создавать новую историю автомобилестроения. Но мы знаем одно – она точно будет светлой. Секция «Технологии обеспечения безопасности в условиях цифровой трансформации». Ключевые партнеры – «Коптер-экспресс-технологии» и «Технопарк Калибр». Третье место – Георгий Тикунов. Второе место – Владимир Бусарев и Екатерина Боброва. Первое место – Антон Кривоногов.
Секция «Новые технологические платформы инновационного развития мировой экономики». Ключевой партнер HeadHunter. Третье место – Анна Гаврюшкина. Второе место – Оксана Фоминская и Даниил Бабичев. Первое место – Наталья Бабаева. Секция «Современные вопросы градостроительства». Ключевые партнеры – МОЭК, МОЭК-проект, МОСЭНЕРГО, ПИК-С, ВГУП-НАМИ, НИИ автоэлектроники, АРИ Арматурен-РУС, Промэксперт-групп и МП Энергия. Третье место – Арина Ратушина. Второе место – Кирилл Курнаков. Первое место – Дарья Семыкина. Мы еще раз благодарим всех участников, организаторов, студентов, преподавателей, индустриальных партнеров и спонсоров за активное участие в конференции и ждем вас уже в следующем году на 71-й СНК в Московском политехе. Пока-пока!